Россию. Здесь так узко, капец. Слушайте, на меня сейчас покушались практически. Красавчик. Теперь я побритый, а не старый заросший чечен. Ну что ж, как обещал в прошлый раз, сегодня мы идем смотреть еще одну достопримечательность Сайгона, а именно башню Битекска или Битекска Financial Tower, одно из самых высоких зданий Вьетнама. Башня Битекска расположена в центральной части Хошимина на берегу реки Сайгон и видна практически с любой точки города. На 49 этаже здания расположена смотровая площадка Сайгон Sky Deck, с которой открывается панорама города на 360 градусов. Вот на нее-то я и решил подняться. Ну и как подобает настоящему путешественнику, вначале я зашел не с того входа. Хотя это позволило мне взглянуть на башню изнутри. Оказалось, что с 1 по 5 этаж занимают всякие рестораны и магазины. На 6 этаже есть свой кинотеатр, а вот с 7 по 48 этажи здесь расположены офисы. Туда мне явно не надо, пришлось искать помощи. Сейчас попробуем подняться наверх. Excuse me, how to get up? To the viewpoint. Thank you very much, thank you. Ну вот, нам надо выйти. Где-то справа, там вроде бы как вход должен быть. Ага, а вот и вход. Hello, I would like to get up to the viewpoint. The viewpoint level 49, to see the observation deck. You can enjoy the full view of the city inside the glass. 7,000 for one person. We have 3 mineral water. There. Upstairs. Yes. Uh-huh. And your chance. 300,000. Push it to the next counter. Enjoy your time. Where is the next counter? Yes, for sure. This one, please. Ah, this one. Okay, thank you very much. Next counter is somewhere here. Кстати, в башне находится 21 скоростной лифт, который покрывает расстояние от первого до последнего этажа всего за 45 секунд. Should we go this way? Thank you. Вообще высота здания примерно 262 метра. Дизайн был разработан студией Карлоса Запаты, а вдохновением для него послужил цветок лотоса, символ Вьетнама. Ну что ж, собственно, вот это и есть смотровая площадка. Здесь народу вместе со мной 4 человека всего лишь. Но зато вид, конечно, просто удивительный. Я сейчас попытаюсь это показать, хотя здесь так все бликует. Столько солнца, столько света, что не думаю, что вы что-то увидите, но я постараюсь очень.
Кстати, вот это и есть вертолетная площадка, которая находится на 50 этаже здания на высоте 191 метр от земли. Здесь же расположены магазины с сувенирной продукцией, многие из них с символикой башни. Здесь и майки, и блокнотики, и шарфы, и подушки, и обувь, магнитики и еще много всякой мелочи на память. И еще одна подсказка. Со смотровой площадки есть лестница на этаж выше, там находится бар. Туда можно подняться без посещения смотровой площадки бесплатно. Просто на входе на первом этаже скажите, что вы в бар. Ну а на этом как бы все. Четвертый день путешествия по Вьетнаму закончен. Было клево. Мне понравилось. Хорошая башня.